Сейчас я хочу вам что-то сказать. Спустя 9 серий, ребят, я все-таки... Я добился этого. Я получил вот это. Я получил вот эту прекрасную пиццу. Неужели я нормально пожру? Неужели я нормально пожру? Боже ж ты мой. Ребят, спасибо вам огромное за 25 тысяч комментариев. Просто огромное вам спасибо. Вот за вас я сейчас откушу эту прекрасную... Я его, правда, уже откусил, но я не сдержался, извиняюсь. Еще раз откушу вот за вас этот прекрасный кусочек пиццы. Спасибо огромное. Вот. Всем спасибо. Теперь я доволен. Всем пока. Все. А стойте. Хотя еще суши можно заказать. А ты заслужил? Ну, давай еще какое-нибудь договорение мы с тобой сделаем. И... договоримся на суши. А давай ты, вот эта жопа твоя наглеть не будет, и вот одну пиццу ты схомячил, которую я тебе заказал, и больше я тебе ничего заказывать не буду. Ну все-таки давай вот еще суши, и я вот точно буду доволен, и больше точно все. А давайте вот лучше вы все пройдете за мной, вот в эту сторону, ломайте вот этот вот стол, ломайте вот это вот кресло, оно нам больше не пригодится, и топайте сюда ко мне, и заходите, пожалуйста, вот в этот вот сундучок. До начала этой серии я каждому раздал здесь по одному вот этому вот крюку, чтобы все сегодня были спайдерменами на минималках. Сегодня у всех будут равные права, вот. Чпуньк, слезь оттуда! Ой, ребят, я такую вкусную пиццу поел, такая пепперони, такая вкусная, там такой сырочек такой приятный, такой нежный, прям вообще пушечка, колбаска тоже такая сочная, прям такая вкусненькая, солененькая, прям вообще тесто мягкое такое. Все, хватит, Никита, если бы я тогда не тупанул, у тебя бы не было этой пиццы. Вот, кстати, да, Чпуньк, если бы тогда чайник специально тебе не подалась, да, чайник, то ты бы вот эту пиццу бы не кушал. Поэтому давай не выпендривайся, хорошо? Да. Сейчас вы думаете вот эти вот истории, то, что мне подались, то, что там что-то, еще что-то там, северное сияние подзвездной звезды произошло, из-за чего я смог ее убить. Да. 11 человек на одной карте у нас сегодня играет. Наконец-то все повозвращались вот это по домам со своих Москов, со своих Санкт-Петербургов. И сейчас столько народу на одной карте бегает, то что... Я даже не знаю, как мне перебраться куда-то в другую точку, чтобы меня не кокнули. Господи, я даже попасть толком не могу. И вторая попытка! Что-то вторая попытка у меня вот это плохо произошло. Ребятки, я же знаю то, что все вот прячутся в этом огромном доме. Каждый... Вот так вот, Андрюша. Вот так вот, сосинушка. Я же видел то, что ты тут в окне бегала с самого начала. Я обшарила все это здание. Тебя там не было. Ты как там появился? Вот потому что, сосинушка, надо использовать... Вот... Надо... Сверху тебя стоял Клай, которого я пытался выстрелить, но убил меня ты. То есть прямо сейчас сверху меня стоит Клай, да? Ну, в том окне стоял. Сверху тебя. Клайпик! И где я оказался? Клайпик, а я знаю, где ты прямо сейчас находишься, а? Я иду за тобой в эту же секунду. Нет, за мной идти не надо. Не-не-не-не-не, я, пожалуй, перегруппируюсь, пожалуй, куда-нибудь в другую сторону вообще, да? Почему так? Боже, я застопился в этом идиотском окне. Ну что это такое? Дед Мороз посереди... А чё ты там забыл-то, я понять не могу, а? Дед Мороз, посередине лета мне подарки через окно захотел принести, да, вот этот Чпуньк?
Так, это аккуратненько. О, ха-ха-ха! Слушай, а здесь хорошее место, вряд ли здесь меня кто-то сможет кокнуть. Хреди-ка, ты куда вот это перепрятался, а? Слушай, да я так обосрался, то что вообще на другой конец карты улетел. Спасибо, что ты мне этот крюк выдал. А, да не за что, не за что. Хредик, так, а здесь у нас кто-то 100% должен находиться или никого здесь нет. Клайпушка, а ты... Я вас слушаю. А скажи мне, пожалуйста, как ты уже на том доме оказался, а? А я перебежал. А, перебежал. Хередик, знаешь, где Хлайп находится прямо сейчас? Ну где, давай блести. А, Хлайп находится на другом доме, который поменьше, который возле огромного дома, если вдруг... А, Хередик, отстань! Твою... Налево! Слушай, я тебя ударил всем, чем можно, крюком, топором, но не выстрелил. А сейчас скажите мне оба, пожалуйста, а где это было вообще, а? А вот неважно, где-то. В здании. Ага, хорошо. Так, это у нас получается осталось 4 человека напоследок, да? И фиг его знает, где они могут находиться. Так. Разве 4 человека, по-моему? Не-не-не, уже 3 человека уже осталось, Клайпушка. Я думал, 4, оказывается, 3. Я тут... Чтобы у меня снайперка не была перезаряжена! Это потому, что поменьше разговаривать! У меня... перезаряжена! Чё ты сейчас сказала? А у меня сердце в позвоночник ускакало сейчас, когда сначала Клайп заорал, потом ты на меня выпрыгнула, мать моя женщина! Это вот если бы не Стасик, которая ко мне подкралась просто как в крыску так пролезла ко мне, я смотрю, рука торчит сначала. У меня пушка была не перезаряжена, берет меня и убивает. Поэтому тебе просто повезло. Вот давай ты мне в следующем раунде, Клайпик, докажешь, повезло мне или нет. Вот убей меня, и тогда мы с тобой будем в расчете. Второй раунд. Ну все, Эд, я тебе сейчас как отомщу, просто вот так отомщу за все свои страдания, за все, что ты со мной сделал. Вот все, готовься. А что я с тобой сделал, Стасик? Ты меня в каждой серии убиваешь. Ну вот, я же сейчас не тебя убил, а опять сосидушку убил второй раз за последние 2 раунда, да? Да. Мы на снайперках стреляемся, кто там пулемет-то взял, а? Я и Хрейд. А. Как? Ты чё, меня даже со спины, что ли, сейчас убить не смогла, Лера? Чё, не попадаешь, да? Так ты ж сдохла! Живая. А вот это уже читерство. Что это за война происходит сейчас? Просто... Просто это снайперки или реально это гранатометы какие-то, пулеметы, еще что-то? Да это мы с Майком, успокойся, не пасться, все нормально. Чайник, успокойся там, пожалуйста, а? Сдрысни оттуда, где ты сейчас находишься. Я-то ухожу, но ты тоже уходи. Слишком медленно ты, чайник, уходила, прям слишком медленно. Я даже в спину тебе успел попасть. 3 человек убил за последнюю 1 минуту. Я вот успел испугаться несколько тысяч раз за последнюю 1 минуту. Вот я об этом же. Так, а сейчас признавайтесь, собаки, осталось еще 5 человек в живых. И опять Клайп этот крыса где-то сидит и даже... Уи! Омада! Уи! Знаете, я что-то решил постоять тут в уголке и особо не высовываться. Шпульк, я могу официально заявить то, что ты настоящий Спайдермен. Ты сейчас это видел, да? Ты всю карту на этом крюке пролетел. Я сейчас, честно, я сам офигел от этого. А сейчас мне становится еще страшнее. Собака! Здесь чисто, залезаем дальше. Здесь тоже чисто, никого вроде нет, залезаем дальше. Мне очень сильно интересно, куда Чпуньк нафиг улетел в самом начале. И где этот Хредик прямо сейчас бегает. Ну, на второй вопрос я тебе ответа давать не буду, а насчет первого посмотри-ка в чат. Никитушка только что разбился.
Как-то это самое. Долетался Спайдермен, да, Никитушка? Долетался, долетался. Откуда ты там взялся? Я еще такой думаю, самое главное. Ну, наверное, он там будет стоять. Потом только подумал, ну нет, наверное, его там нет. Поднимаюсь, и просто мне прилетает пуля. Что это? Да я сам не ожидал, что ты оттуда вылезешь. Я просто слышал, как там кто-то топает, топает. Ну вот, дотопался ты, Клайп. И сейчас еще одна проверочка. Так, сюда, сюда. Здесь окно чистое, здесь окно чистое. Вот, забираемся вот так. И это что получается, а последний, что ли, этот нукзарчик остался, а? Ну, последний-то я, но я не могу понять, как разобраться с этим крюком. Ладно, как-нибудь своими силами буду залазить куда-то. Вот оно чё, нукзарчик, это мы с тобой один на один, да, опять остались? Ну ты давай вылезай, ли ты тоже где-то там спрятался, как чпуньк, да? Ты откуда это? Этого не грабишь. Вот отсюда. Вот я здесь стоял, а ты там бежал. И вот просто вот так вот в головку, Херейдик. Так ты на кране все это время был. Ну ты крыса, а. То чувство, когда бежал полкарты, убил 5 человек, увидел, как чпуньк разбил себе голову, когда падал. И в конце тебя еще и крысой называют. Ага, 3-й раунд. Эд. Ты меня 2 раза из 2 раундов убил. Пожалуйста, я тебя молю, умоляю, можешь меня хотя бы сейчас не убивать? Слушай, Сосина, ты так говоришь, как будто я специально только тебя убиваю. Но ты же понимаешь, что кого я вижу, в того я и стреляю. То есть я своих жертв не выбираю. У меня что-то такое странное ощущение, то что здесь возможно... Больше я так делать не буду. Да ты издеваешься, что ли, или да? Ну что это такое? Ну просто забегай в здание, там сразу же херет стоит. Ну а чё ты так, я сам обосрался? Такой стою, никого не трогаю, и тут ты. А ты, подружка, походу даже не понял, да, где я был? Вообще не понял. Лучше тебе и не знать, где я все это время был. Так, здесь никого нет, Клайпушка, ты уже... Да, да, я отомстила ему! И где ты была, Стасик? Я отомстила тебе, ну наконец-то! Стасик, ну ты, конечно, молодец, что Эда убила, да? Хоть и я хотел его убить. Да ну как? Ну вот смотри, Клайв, вот она это убила, и у нас с тобой вдвоем намного больше шансов на победу стало. А каких шансов-то на победу, Херей, ты у меня уже 2 балла из 3, а? Ну, на победу в раунде хотя бы, учитывая, что я Стасика еще вижу, убил, наконец-то. Опа! А вот и Херейдик за меня отомстил. Кто в кого стреляет? Это я в Авайку стрелял, который у нас спускал сейчас по лестнице, да, Авайка? Я что-то не понял, а ты где сейчас был? А я вот это вот, стратегический ход сделал, немножко... Опа! Вот так вот. Авайка против Херейдика остался. Ну это прям такой хороший финал получается. Я даже не знаю, за кого сейчас болеть. Ё-моё! Ой, какая напряжённая битва! Ё, Майка убивает Херейда! Я наконец-то убил этого лохозавра Херейда! Ура! Это ты, лохозавр, а не я! Да я тебя в следующей серии вообще вздрючу! Жалеть вообще не буду! Вот просто помяни моё слово! Вы там, девочки, не ссорьтесь! Это самое главное, то что мы сегодня ни на какую пиццу не сражались! А то, если в каждой серии кому-то пиццу покупать, то так и это обанкротиться можно.